1 сентября в 7 часов 12 минут на пульт дежурного пожарной части номер 36 в селе Джигинка поступило сообщение о горящем на трассе рядом с Юровкой большегрузном автомобиле МАЗ. Оперативно прибывшие на место огнеборцы сумели потушить фуру, отключив аккумулятор. Пожарные определили площадь возгорания 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Практически полностью выгорела кабина автомобиля. Теперь многотонному грузовику потребуется серьезный ремонт. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской. Астраханская, 104.